Продолжаем вечерний эфир. 18 августа архитекторы презентовали проект реконструкции Центрального парка, которая ведется по заказу «Русала» и на средства компании. Задачей номер один станет реконструкция трех входных групп парка уже в этом году. Они будут выполнены в едином стиле. О том, какие материалы будут использованы при строительстве парка, в сюжете далее. Встреча разработчиков концепции развития парка и руководства Красноярского металлургического завода произошла не только в режиме совещания, но и полноценной экскурсии по предприятию. Здесь, на крупнейшем производстве, готовятся уникальные сплавы для создания конструкций в соответствии с требованиями современности. Надежные, долговечные и вписывающиеся в проекты благоустройства комфортной городской среды. Мы в первую очередь работаем на благоустройство территорий столицы нашего края, на благоустройство зданий, сооружений разной направленности по всей Российской Федерации, а также гордиться тем, что мы отправляем нашу продукцию за рубеж. Сегодня на заводе производятся детали для создания мостов, фасадов, строительные системы. И вот теперь на металлургическом заводе будут созданы элементы для преображения Центрального парка. Если взглянуть на дизайн-проект, то можно увидеть, насколько значимую роль будет нести именно алюминий. Как в рамках первой очереди, так и в дальнейших объектах у нас есть несколько решений, где алюминий будет использован как на фасаде, то есть это будет частью такого видимого решения, которое фактически наблюдается всеми людьми, проходящими вокруг, так и в конструктиве, в каких-то скрытых конструкциях. Архитектор признается, экскурсия на производство – это способ вдохновиться процессом. Алюминий – один из основных ресурсов региона. Его уникальные характеристики позволяют получить карт-бланш в архитектуре. Я думаю, что алюминий вместе с деревом, они как бы в будущем там захватят мир. Что касается будущего нашего парка, реконструкция начнется уже в этом году и завершится в 2024.